Czy foto? Помогаем каналам и передачам брать больше денег со спонсоров. А спонсорам помогаем эффективнее использовать свои бюджеты и реально смотреть, ну вообще, что-то интересно, но есть какая-то обратная связь с клиентами или нет. Техническая реализация. По сути, мы предлагаем такой marketplace, на котором можно найти каналы местные, региональные, передачи, либо каких-то там звезд ТВ. И с этих передач можно посмотреть луки, то есть как одет человек, там, во что одет сегодня там, Гриша, да, в каком интерьере снимали какую-то передачу, можно посмотреть. И мы сделали инструмент, с которым можно собирать такие коллажи, где подтягивается ссылка на каждый товар. И также по реферальным ссылкам спонсор сможет отследить, что именно вот с этого сайта. Внедрение мы покажем на примере там какого-то вот на СТБ идет какое-то шоу, там, например, «Холостяк», и там внизу либо титр, либо какое-то там окошко, что там, одежда ведущего, ищи на Style TV, интерьер там, комнаты на Style TV. Ну, Style TV — это мы придумали такое рабочее название. Да. Там 3-4 месяца, $20 да, значит, монетизация, подписка, процент, либо там CPA, плюс, например, какие-то региональные каналы, даже каждый проект может вот эти звуки использовать для продвижения в своих соцсетях, и с этой платформы брать уже готовый вот этот вот коллаж, да, и ставить на свой сайт и еще дальше. То есть это могут быть через передачи, через сериалы, через фильмы, новости, в общем, везде, где вы можете использовать товары спонсоров, везде можно. Везде, где может быть плейсмент или скин, да, оно может работать. Чашки на столе вкладывают. Все, да. Да, комментарии. То есть вот реалистичные сроки бюджета 3 часам было бы хорошо. Вопросы, комментарии, менторы. Менторы пока не есть, да? По поводу вот product placement, будет, например, там чашка или какая-то одежда размещена, и это понравится пользователю, зрителю. Зритель обычно, когда в интернете что-то покупает, он смотрит один продукт, потом похожий продукт другого производителя, и он хочет получить анализ всего похожего по качеству и по стоимости. Вот как вы этот вопрос будете решать? Это тоже можно реализовать, но здесь все-таки нужно разговаривать со спонсорами. То есть если они хотят, чтобы, перейдя, грубо говоря, на туфли Лабутена, которые стоят там $1000, человеку показали, что вы можете купить такие же за 500, да, то есть ему, наверное, не понравится такой вариант, что можно купить что-то дешевле. Все-таки здесь нужно разговаривать. Это, кто такой спонсор? Если это интернет-магазин, у него есть альтернативные предложения. Да, если у какого-то интернет-магазина есть аналоги, да, то можно. Все-таки нужно разговаривать со спонсорами, на что они будут готовы. Потому что если вы, грубо говоря, рекламируете какую-то там модную мебель, там дорогую, да, а мы будем им, что точно такое же можно купить в Икее дешевле и давать ссылку на Икею, то спонсоры же увидят и скажут, что ребята, да, большое спасибо, но все купили в Икее, а у нас никто не купил. То есть, это тоже все решается. Это тоже процесс, кстати, вопрос для обсуждения еще, да, потому что логичное сравнение, да, если мы продаем, условно говоря, оденься как ведущая программы X, то там-то понятно, что ведущая в программе X была одета вот в это. Но потом уже при переходе на товары может быть и иное. Да, сори, я не мешал. Кто заказывает, какой спонсор? Спонсоры же бывают разные мнения. То есть они могут дорогие показывать, а на самом деле продавать дешевые. Если это будет выгодно, то окей. То есть это еще один инструмент, с помощью которого можно там регулировать какие-то продажи. Показываем что-то получше, продаем. Хорошо, еще вопросы от менторы. От менторов нет комментариев? Прошу. Да. А технически как будет происходить маппинг видео на ссылки на интернет-магазины? То есть
нет, то есть, если я поняла вопрос, если ты имеешь в виду, что во время показа контента можно будет куда-то перейти, такое пока нет. Ну, вообще, ну то есть, вот, в принципе, это надо, получается, вышла передача, а потом кто-то должен пойти и спросить, во что было одето, ну, там, ведущая, и пойти подбивать, правильно? Это делается до того. Да, да. То есть мы уже знаем, что сегодня вы будете в этом одеты, завтра вы будете в этом. Мы это заранее, как бы, вам спонсоры товары дали. Вы, они дали все равно с какими-то фотографиями, вы уже это собрали. Девочки какие-то контенты или кто этим занимается, руки собрали, отложены публикацию на завтра поставили. Все может как бы синхронно. Это механика, которую мы сделали. Да, да, да. Есть стилисты костюмеры, которые все делают. Прошу. Пожалуйста, вопрос. А вы рассчитываете на какие, это выпуски новостей, это какие-то дайджесты, да, наверное? Сколько этих программ будет в течение там месяца? И сколько, условно, вот этих вот товаров или услуг вы планируете размещать на сайте в месяц? Их может быть сколько угодно. Я понимаю, исходя из реалий. Вот конкретно применение сейчас новости, дайджесты. Новости, шоу-передачи, например, вот холостяки всякие. Ну, где шоу-передачи снимают каких-то интерьеров? Все. То есть все да, то есть еще можно какие-то, например, путешествия, гостиницы, рестораны тоже. Поехали туда, видео посмотрели, ну, ссылка или какие-то там нюансы подработали. Это уже там просто. Ну ладно, уже про рестораны, гостиницы там не будем говорить, но тебе надеяться. Я порекомендовала на 3 часа как раз поработать. Да, у меня просто тоже был такой вот leading question, вот как раз тоже по теме, то, что Татьяна говорила, а вы дальше, развитие, вы видите какое-то дальше, вот на данном этапе, хотите презентовать развитие вашего проекта? Немножко относится к вопросу вот Татьяны, насчет первого эфира. Ну, возможно, то есть можно, например, даже, я поняла, да, даже можно в рамках этого проекта, ну, провести отдельный хакатон, каким образом могут быть там интерфейсные решения для того, чтобы можно было онлайн что-то купить. Но... Ну, просто есть такой момент, что... Так вот, аппликуха Second Screen, которая каким-то образом будет это будет работать, да. Аппликуха Second Screen, возможно, есть. Подумайте сейчас, наверное, есть. Именно это. Для этого вам только нужно еще посмотреть какого-то партнера, потому что стоит ли создавать свой сайт. Есть замечательный там интернет-магазин большой, который торгует практически все. Я почему говорила про e-commerce? Не сильно законодательно, потому что они многие завязаны даже на одного и того же ведущего. Берется там шматер из 3 разных магазинов, я просто знаю, это из телека. Там их, ну, их вряд ли оденут из одного. Из одного. Да, из одной точки. Нет, но тем самым мы снимаем то, что Максим говорит, да, что на сравнении. Да, идет решать. Я не вижу особенно проблемы в сравнении, если оно уже тебя туда приведет. Так, спасибо. Поехали следующий. А еще вопрос был, извините. Да, вряд ли нам нужно будет зеленка, я понял, либо репроекция, что-то сделать на себе.
но я не думаю, что оно здесь каким-то образом нужно. И это настолько усложняет, особенно если мы говорим о маленьких, это ведущие без рук и без просто. То есть тут задача, что люди, которые смотрят телек, ох, в такой же классе, как у нее. И вот там после программы, знаешь, где их посмотреть. Заходишь на предоставил, там передача по гостям, ты смотришь 15 числа, вот он шмотки. Ну, вам не только шмотки. Понимаете, про интернет-магазин. Понятно, да. Что идет рекламу? Да, мы просто сейчас мы делаем пример конкретно по одежде, чтобы показать, как это работает на каком-то примере. Дальше это может быть уже разное развитие, может быть там. Мы больше заработаем, короче. Да, поговорите, поговорите. Да, мысль понятна. 3 часам доберите то, о чем вас попросили. Следующее.